Прокуратурой города Бердска проведена проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в результате которой были выявлены многочисленные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Проверка установлена, что 25 участков магистральных тепловых сетей протяженностью 13 километров находятся в ненормативном состоянии, эксплуатируются сверх установленного срока более 50 лет, что влечет возникновение аварийных ситуаций и нарушение прав потребителей тепловой энергии. Прокурор направил в суд административное исковое заявление и обязал привести магистральные трубопроводы в надлежащее состояние путем их замены. Решением Бердского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены.